книжки. Няша в гости к вам пришла. На экране, на экране. На цветочной, на поля-ля-ля-не. С Няшей будем мы играть. Все на свете будем знать. Ура! У Няша! Здравствуйте, ребята! Всем доброе утро! Милана, у Няша! Смотрите, какой красивый кораблик я сделал. Я его назвал «Черная жемчужина». Да, красивый. А почему «Черная жемчужина»? Потому что так назывался корабль моего любимого пирата Джека Воробья. Но пираты – это же злые разбойники. И никакие не разбойники. Это смелые искатели приключений, которые путешествуют по морям на своих кораблях в поисках сокровищ. Никита, можно понять. Посмотрев фильм «Пираты Карибского моря», многие мальчишки стали подражать главному герою этой картины – пирату Джеку Воробью. Пиратство было проблемой на протяжении тысячи лет. Эти разбойники захватывали не только корабли, но и разоряли прибрежные города. Видишь, Никита, я была права. А еще они занимались торговлей людей. И пираты были даже женщины, например, рыжая Кэт. Кто не назвал? А, это ты, скверная девчонка. Няша, смотри, рыжая Кэт украла Милану. Держи ее. Никита, скорее следом за ней. Вот так. Хороший товар мне попался. Ах ты моя симпатяшка. Интересно, сколько же я за тебя выручу золотых? Немедленно отпустите меня. Мои друзья все равно меня найдут. И вам не поздоровится. У меня же Никита, я здесь. Не шуми, деточка. Все равно на этом острове тебя никто не услышит. Ладно, пойду-ка подкреплюсь. Да и тебя не мешало бы подкормить, чтобы дороже продать. Няша, смотри, там Милана! Няша, Никита, как я рада вас видеть! Милана, не бойся, мы тебя сейчас освободим! Какой крепкий узел, не получается! Никита, быстрее, рыжая Кэт идет! Стоять! Ах, вы негодники! Сейчас же отпустите Милану! Какой интересный попугайчик! Я вообще-то не попугайчик, а пчелка! Тоже ничего! Интересно, за сколько я тебя продам? Никита, беги! Спасайся! Держитесь, друзья! Сейчас я приведу Джека Воробья! Джек! Джек! Я здесь! Кто меня звал? Ау! Это я, твой друг Никита! А, мой старый юный друг, привет, что у тебя стряслось? Там злая пиратка Кэт украла моих друзей, помоги мне, пожалуйста! Кэт? Так-так, эта воровка мне знакома, не переживай, я с ней сейчас разберусь. За мной! Кушай, моя деточка! Джек? А ты здесь как оказался? Вообще-то я капитан Джек Воробей. Смекаешь, цыпа? Видимо, ты позабыл о пиратском кодексе, который гласит: не трогай детей, особенно если это мои друзья. Знаешь, Джек, я сама буду решать, что мне делать, а что не делать. Ха. Что, порох промок? Как бы не так! Только слегка. Дорогая, пожалуйста, отпусти детей, а то нам придется разговаривать по-другому. Ну ладно, будь по-твоему. Вот это другое дело. Ну ничего, наши дороги, Джек, с тобой еще пересекутся, будь уверен. А птичку? Да! Да не птичка я, а пчелка. Джек! Сегодня явно не твой день. До встречи.
за помощь. Теперь я знаю, что среди этих разбойников есть и хорошие пираты. Вот видишь, Милана, ты сама в этом убедилась. Да, пираты были необычными людьми. Они просто жить не могли без путешествий и холодящих душу приключений. Дорогие друзья, мы ждем ваши письма и рисунки о любимых пиратах. А лучшие работы будут напечатаны на страницах журнала «Умняша». До новой встречи!